Здравия, дорогие друзья! С вами снова Ярослав Мудр-Воронцов, Академия семейных отношений Ведадум и тренинговый центр Green Mind Life. Green Mind Life, living on the bright side. Мы живем на яркой стороне. А где живете вы? Я сейчас продвигаюсь в сторону парка, где у меня будет тренировочка. И по дороге хочу записать вот это видео краткое о форме обращения, которое мы используем, вы и ты, ты и вы. Опять же, вдохновение, всегда вдохновение, которое я получаю на видео, это вследствие общения со своими клиентами, с друзьями и ваши вопросы, которые вы нам пишете. Зашел такой разговор с одной из моих клиенток, которая говорит: я не понимаю, почему, в общем-то, мужчины, с которыми я общаюсь, как-то очень часто хотят переступают зону дозволенного, где она себя чувствует комфортно, как ей кажется. Ну, то есть она говорит, что они начинают как бы за ней ухаживать, как-то ведут себя так, ну, не по-джентльменски, то есть на что-то там намекают, какие-то у них поведения. Ну, в общем, как обычно мужчина там хочет добиться женщины. Хотя, говорит, она говорит, я вообще не даю им никаких поводов для этого. Что за ерунда такая? И, в общем-то, тут мы начали рассуждать эту тему. Кстати, подобная тема уже у нас открывалась, когда одна тоже из моих клиенток говорила о том, что почему ко мне пристают мужчины, которые... Там другая немножко была тема. Почему ко мне идут знакомиться мужчины, которые вообще не в моем поле зрения, которые вообще не являются не из моей категории, которые вообще, ну, просто не мой типаж. И почему они ко мне приходят? Мы обсуждали эту тему, и кому интересно, поищите в нашем плейлисте, у меня там есть. Так вот, возвращаемся к этому случаю. Итак, клиентка говорит, что, в общем-то, я не понимаю, почему происходит так, что почему мужчины, начиная как-то вести себя не так, как бы я хотела, почему тебя начинают за мной ухаживать, относятся ко мне как к девушке, которой можно ухаживать, если я не даю никаких поводов для этого, то есть они вообще, я просто с ними приятно общаюсь, не более того. И, в общем-то, изучив тему, даю сейчас вам, сейчас дам вам краткие, в общем-то, такие подсказочки, мое видение, к которым я пришел. Самая первая ошибка это в том, что мы не понимаем, мы, мужчины и женщины, забываем о том, что язык общения между мужчиной и женщиной, он очень разный. То, как говорят мужчины, как говорят женщины, это абсолютно разные вещи. В чем разность? Ну, разность в том, что, прежде всего, в самом подходе общения и проявления внимания, тон голоса и форма общения, смотрите, что происходит, когда... Мы знаем, что женщины общаются через чувства. Женщины, прежде всего, общаются через чувства, да? И вы знаете, что когда женщина что-то хочет сказать, что-то тебе такое, какое-то, что у тебя что-то не так, она это будет вот так вокруг да около говорить, и очень так дипломатично. Мужик же, как правило, что? Мы говорим конкретно: Вася, вот ты хреново пробежал, тебе надо было больше приседать, больше бегать, да, лучше защищаться, и тогда у тебя будет все классно. То есть мы говорим четко по делу конкретно. Женщины, что обращают внимание на чувства, как ей сказать, чтобы не обиделась. И всегда спрашивают: ты не обиделась, я тебя там не обидела, все нормально. То есть для них это важная часть. Соответственно, исходя из этого, что происходит? Что женщины, когда общаются, мы знаем, что они общаются более мягко, более по-сердечному, чем мы, мужики. Соответственно, для женщин абсолютно нормально, чтобы, в общем-то, приятно разговаривать, красиво говорить с человеком и со всеми, кто вокруг нее находится. Неважно, это коллеги по работе или где-то люди просто проходящие в стороне. То есть, ну, стараются воспитанные девушки, они стараются разговаривать культурно, красиво. Окей? Мужчина, как правило, что мы говорим как-то особенно по-мягкому, по-сердечному, только с теми людьми, которыми
у нас очень хорошие отношения. Правильно я говорю? Есть. Абсолютно верно. Вот, у нас тут даже есть американцы, видите, украинского происхождения. Каже, yes, very good. И, соответственно, мужчина понимает, что, то есть, судит по себе, то есть, меня судим по себе, что когда я говорю с кем-либо по-доброму, ну, как-то так, по-сердечному, скажем, да, открываю сердечную, так сказать, чакру, то в этом случае это... Что происходит? То есть я понимаю, что этот человек как-то мне, ну, особенный человек, у меня к нему какие-то особенные такие чувства, да? И, соответственно, когда мужчина, кто-то с ним также разговаривает, он понимает, что, ну, да, у этого человека ко мне какие-то особенные чувства, какие-то, ну, необычные, как всем, да? То есть какие-то более близкие, то есть он ко мне расположен, я ему чем-то нравлюсь, вот так скажем, так? То есть вот мужчина так воспринимает. У женщины же совсем по-другому. Она говорит с тобой так мило и приятно. Не потому, что ты ей нравишься, такой ты особенный, а просто потому, что она со всеми так разговаривает. В этом природа женщины. Вот что происходит-то. Понимаем? И мы по своей привычке думаем так, что ну да, раз она со мной так разговаривает, значит, в общем-то, я ей очень нравлюсь. Как-то, ну, я что-то нравлюсь, я какой-то такой особенный. И, в общем-то, она ко мне имеет какие-то особые отношения. И, соответственно, я начинаю себя вести с ней, как мужчина, как-то по-особенному. Понимаю, что, ну, то есть, я, ну, ей нравлюсь, значит, все, давай дружить, будем, я буду с тобой ухаживать и все остальное прочее. Вот такая философия у мужчины появляется. Но женщина такая, ёшкин кот-то, понимаешь, что-то такое, не поняла. Здравствуйте, я просто с тобой так это, ну, разговариваю, потому что я так всегда разговариваю, я так со всеми разговариваю, потому что я учтивая девушка, я не хочу, чтобы обо мне думали плохо. Но мужчина же трактует это как какой-то знаки особого внимания. Да никаких знаков особого внимания здесь нету, мужики, это просто откуда тут свет у нас светит. Окей? Закончу это видео, сейчас темно уже будет. Никакого особого знака внимания здесь нету для нас. Просто это то, как женщина общается. Мы же понимаем, что это какие-то знаки особого внимания. И поэтому мы тут такие, о, все, я за этой девушкой буду ухаживать. Мужики, в этом и есть наша ошибка глубокая. Окей? Соответственно, и также ошибка женщины, потому что она не понимает, что такое поведение. Это есть для мужчины, который не просветленный, не понимает, как женщины думают. И... Он считает, что все, это она его уже, она, он же ей очень нравится. Он ей очень нравится, и, в общем-то, он готов за ней, понимаешь, она готова с ним уже иметь какие-то близкие отношения. Но это абсолютно не так, окей? Соответственно, ладно, не буду одевать пока шапку, это как раз освежится, под дождик капает, это как освежает, знаете, как дождик освежающий. Соответственно, мораль какая всей этой истории, друзья? Мораль такова, что мужчины, дорогие женщины, пожалуйста, помните, что языки общения у нас разные, как у мужчины, так и у женщины. Соответственно, одно и то же действие воспринимается по-разному. Если добрые отношения, добрый тон, мягкий тон голоса и какая-то элементарная какая-то забота, какое-то проявление знака какого-то внимания, для женщины это естественное состояние, она делает это всегда, везде и со всеми, потому что она женщина, ну, конечно, она натуральная женщина, да, натуристическая женщина, она проявляет эту свою сердечность, это женская природа. Мы, мужики, как правило, на сердца закрыты, мы проявляем свою сердечную энергию, кому-то такое близкое, приятный тон голоса, особые какие-то знаки внимания, только тем людям, которые нам, ну, близки, ближе, чем просто обычные люди. В этом разница. И вот это нужно всегда помнить для мужчин и для женщин, чтобы не быть в конфьюзе, не попадать в нехорошую ситуацию. Соответственно, девушки, выводы какие? Если вы не хотите, чтобы мужчина, которому просто, ну, просто у вас там работник, к вам просто пришел, работает у вас, делает у вас там ремонт, да, или что-то вам привез, воду вам привозит там какую-то, да, раз в неделю, обычный водитель, вы ему мило, красиво говорите, еще чай, вы какие-то даете, да, как положено. И он такой думает, ой, слушай, как мило со мной разговаривает, я, наверное, не нравлюсь, слушай, что он такой уже в следующий раз такой раз, так не с цветами, такой, ок, не такой, бум, она такая, не поняла, тут такой муж такой выходит,
Вась, ты что, я не понял? И мужик такой в конфьюзе, я не понял, а что ж она со мной так мило разговаривала, если она замужем, понимаешь? Да вот потому, что она просто женщина. И она, женщина устроена так, что она устраивает, она строит хорошие отношения со всеми, она строит хорошие отношения, она хочет быть со всеми в хороших отношениях. Это есть женская природа, окей? Мы должны об этом помнить, мужики. Соответственно, если вы не хотите, чтобы вы влипали девушки в такие ситуации, то разговаривайте с мужчинами на дистанции, не надо с ними сильно любезничать. То есть ведите себя как на их языке разговаривайте. То есть никаких знаков внимания, никаких там любезных слов, просто нормально разговаривайте, как, смотрите, как мужики разговаривают, да? Вот так и вы, ну, только по-женски, но без всяких этих сюсю-мусю, которые вы делаете с девочками. Right? Вот это очень важный момент. Соответственно, мужики, то же самое. Если видите, что девушка вот как-то с вами мило разговаривает, не думайте, что все, вы уже ей нравитесь, и уже пора, так сказать, включать свои амурные стрелы выпускать и начинать ухаживание. No, guys, that doesn't mean that. Это совсем не обязательно, вы понимаете это. Вот такая штука. И в добавление к этому еще несколько подсказок для женщин. Женщины, девушки, это... Наверное, это надо отдельно будет видео записать по поводу «ты», обращения, формы обращения на «ты» и на «вы». Да, это отдельным запишу видео, но здесь, в частности, скажу тоже. К этому же, добавлению к этому процессу. То есть, помимо того, что вы разговариваете с девушкой милым тоном, там, как-то приятно, да, разговаривайте с мужчиной, он уже думает, что все, уже ты, все, я уже ее, я ей нравлюсь. Также, когда вы переходите на «ты», окей? Для большинства нас, живущих вот в сегодняшней Кали-Югу, к сожалению, форма обращения «ты» не та, которая была в ведические времена, когда эта форма использовалась для очень близких людей, которые жили по традициям ведическим, которые жили в благости, которые смотрели на посторонних женщин либо как на маму, либо как на сестру, окей? А не так, что только она тебе там улыбнулась мило, как бы просто по-человечески, да, на «ты» тебя назвала, а ты уже принимаешь, что все, ты уже все, эй, она уже со мной хочет иметь шуры-муры, понимаешь, я ей нравлюсь. No freaking way, guys, doesn't mean that. Это совсем не означает, окей? Okay? В этой связи, девушки, поскольку большинство мужчин принимает это именно так, когда вы для нас, в нашем сегодняшнем обществе, «ты» — это форма сближения. Это не то, что было в ведические времена. Я отдельно видео выложу по «ты» и «вы», как это принимается и как это нужно использовать. Соответственно, то есть, когда вы к человеку обращаетесь на «ты» просто по своей большой сердечности, что он просто хороший человек, и, в общем-то, хотите тем самым привлечь, как бы зачислить его в круг своих... не врагов, ну, близких людей, хороших людей, скажем. Просто не близких, но хороших людей. Мужчина это понимает как то, что, ну, все, уже за панибрата, уже, как бы, я уже свой, все. А? Бизнес называется фамильярность. Типа, вот. Поэтому, девушки, держитесь на «вы». Держитесь на «вы», это дистанция, окей? «Вы» — это дистанция, которая позволяет вам избежать таких ненужных ситуаций, когда мужчина будет неправильно понимать ваше сердечное поведение, отношение к людям вообще. Очень важно, что как только вы говорите «ты», мужчина уже по-другому к этому относится. Okay? И потом не удивляйтесь, почему вот он начинает за вами ухаживать, он говорит, что за дела, так? Я никаких поводов не давал, а тут еще муж, понимаешь, тут... о-о-о-о, дорогенький мой, что это такое? А он такой, ни хрена себе, что ж она со мной так мило разговаривала, понимаешь, уже и на «ты», понимаешь, а сама-то вот замужем, замужем, Да, вот так вот происходит. Поэтому, друзья, не ставьте себя в ненужные ситуации, ни девушки, ни мужчины, и соблюдая вот эти правила, я думаю, они вам больше помогут жить в гармонии с окружающим миром, жить в гармонии, любви и в благости. Ну, а... Надеюсь, это было вам полезно. Будут какие-то вопросы, обращайтесь, как всегда, дополняйте, критикуйте, давайте свои подсказки, они будут нам всем полезны. С вами был Ярослав Мудрь-Воронцов, Академия семейных отношений «Веда-дом» и Green Mind Life тренинг-центр. Мы помогаем вам стать успешным в семье, бизнесе, обществе и духовности. Green Mind Life. Живи на яркой стороне. А на какой стороне живешь ты? Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг.
Намасте.